Маркул Тоси Чайкина, трек «Стрелы». А для тех, кто смотрит это все на ютубчике, подписывайтесь на twitch.tv/firstfeel. Здесь мы на стримчиках смотрим, обозреваем музыку, пишем музыку, делаем ремиксы, отдыхаем, развлекаемся. Все для вашего комфорта. Ну и на телеграм-канал тоже подписывайтесь, там анонсы и всякие приколы из моей жизни и не только из моей, собственно. Чё, прочитаем прекрасную рецензию. Вот уже на протяжении последних нескольких лет Марк — это один из тех... Не, надо вот, знаете, вот так вот. Вот уже на протяжении последних нескольких лет Марк — это один из тех, кто способен надолго уйти в затишье, работая над материалом, и буквально одним сниппетом с новой силой разжечь интерес к предстоящим проектам. «Стрелы» не стали исключением. Сука. За основу нового трека был взят сольный сингл Тоси Чайкиной «В сердце бахнули стрелы». Почему слово «бахнули» интересно? Ну ладно, бог с ним. «В сердце бахнули стрелы», вышедший в марте этого года. Марк под меланхоличный UK Garage повествует нам историю безразличной односторонней любви. Потому что текст 10 из 10, кореш плакал в подъезде, реально. Только начал писать сообщение про это, Артур сказал. Чувака с доната я помню, да-да-да, я помню про чувака с доната. Просто хочется, типа, надо вот это вот быстренько подряд чекнуть, и будет нормально. Так что, let's go, как говорится, Маркул, то есть Чайкина. Я этот трек слышал, я его даже играл на концерте Пирыча позавчера. И он тоже, по-моему, пиздатый. Давайте послушаем вместе и попробуем что-то прорефлексировать. В сердце бахнули стрелы. Я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. В сердце бахнули стрелы. Но я хочу, чтобы они мимо меня пролетели. Хорошо, я не хочу меняться. Она любит тиф и не хочет Париж. Но я где-то в Бриксене, еду на движ. Мой муд простой, не жить до зарплаты. Деньги на стол, кидаю лопаты. Я не нашел, будет лучше для брата. Я заспал, брок, проснулся богатым. Марк! Ты танцуешь как будто одна. Но я делаю вид, что умею быть скромным. Мы не скроемся точно, сколько не поменяли бы комнату. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но это даже не спойлер. Я снова услышу. Языки. И отбившись от всех птиц, стрелит от меня, я падаю лови. Впереди опасность, мы с тобой молча летим на красный. Ты так хотела увидеть звезды, но я покажу только, как они гаснут. За окном и стенд, из переходов и стен. Он не играет ни с кем, кидает ни сверх. Я не покажу тебе свет. Почему же ты еще здесь? Ты танцуешь как будто одна, но я делаю вид, что умею быть скромным. Мы не скроемся точно, сколько не поменяли бы комнату. Я смотрю на тебя и жалею, что мы это даже не вспомним. Но это даже не спойлер. Ты холодный снежный принц, внутри твоей груди красные языки. И отбившись от всех птиц, стрелит от меня, я падаю лови. Короче, что хочется сказать ближе к концу, то что если сравнивать этот трек с треком Бушида, Джо и Айники, а так уж вышло, что им не избежать обеим дуэтам, так сказать, не знаю, как правильно это сказать, сравнение между собой,
потому что тестовак похожи, типа некие технические ходы похожие, то если сравнивать, у Бушида Джо и Аники вышел такой более каноничный, что ли, западный трек, то здесь некая вот эта вот русская душа присутствует, то есть он прям вот, ну, типа есть здесь, короче, нотка русскости некой, типа вот то, что это вот наша именно, типа, интерпретация, а там у Бушидыча и Аники она такое более каноничная. Так, ну чё, отличная аранжировка, я так понимаю, что вот про то, что это был трек, то есть Чайкина, его ремикснули, видимо, я не был в курсе, тут продакшн, скорее всего, делал Шумно, Шумно, респект, вообще стопудово, продакшн отличный, куплеты Марка крепкие, хорошие куплеты, припев, ёкарный бобаный, пиздец, чё за разъёб, типа прям пиздец, очень большое мясо, охуенно, дай бог здоровья. Потому что, ну, это прям круто. Суммарно, блядь, да, охуенный трек, типа, я думаю, что его будут до конца лета и еще в сентябре точно гонять, блядь, из каждого утюга. Еще вы видели, да, вот этот раб с Райтраудом, то, что он якобы запалил трек до выхода до радиостанции студии 21? Что его там чуть не уволили якобы из этого всего. Все так. Если это такой кривой пиар-ход, конечно, типа, ничего в этом угарного нету. Ну, потому что, ну, такой пиздатый трек, мне кажется, такими всратыми инфоповодами нехуй подогревать. А если это реально такой, ну, блядь, долбоебизм, конечно, какой-то. Но в целом трек просто я ебу, что за трек. Не знаю, мне он очень нравится. У меня даже есть где-то на стрим, ну, вот со стрима Спирыча, короче, я прям заставлял людей под это прям прыгать. У меня очень нравится этот трек. Надеюсь, что... Ну, вот люди пишут, что конечная станция им больше понравилась. Так, давай вот... без демок, пожалуйста, сегодня. Что, конечно, станция им больше нравится, но... Не знаю, конечно, станция, она такая, она больше на подумать, а здесь вот именно можно подрасслабиться, я люблю такой, ну, типа, такой музон. Уже и так тяжело все это осмыслять, а такие песни, они немножечко тебе позволяют хотя бы расслабиться и чуть-чуть успокоиться. Женский вокал прикольный, но я Маркула, может, не люблю. Прошлый, конечно, станция была роднее. Ну, потому что он тебя цепляет за те крючки, которые тебя сразу же подрулят, скажем так. Предприпев больше нравится. Ну, вам, может, гараж не совсем такой. Райтраун из-за опинги не уволили. Ну, Райтраун такой. С приколом, пацан. Респект Райтраун, реально. Никаких вообще вопросов к Райтрауну нету. Подрасслабиться калик может. Ну, стопудово. Под калик, кстати, мне кажется, вполне себе зайдет. Друзья, 10 каликов из 10 ставим Маркулу. Трек охуенный. Не знаю, мое личное мнение, то, что трек прям... Я ебу, мое почтение.